Привет, привет и всем здравствуйте, мои уважаемые друзья. Итак, что же готовят высшие силы? Что в корне поменяет вашу жизнь? Какие события? Смотрим подробно и четко. Можно загадать сферы жизни, в которых вы хотите для себя перемен. Карты все покажут. Ну, вот здесь очень важная карта. Она называется «Что все вокруг вас любит вас». И вы, может быть, сейчас этого совершенно не чувствуете, потому что здесь ваш внутренний ребенок может страдать от каких-то перенесенных испытаний в детстве, да? Если, например, в детстве вас обижали или не любили. Может, в детстве кто-то вокруг вас, взрослые люди, акцентировали внимание на кризисе, на каких-то проблемах. Они замутнили ваше сознание детское. Они вмешались в ваше счастливое детство и сделали там какие-то зацепки, замки поставили, да, привязки. Часто люди, которых мы любим, это наши близкие, делают это абсолютно неосознанно, потому что они сами боятся жить. Ой, смотрите, там еще одна карта есть, оказывается, две были. Именно ваш внутренний ребенок здесь будет исцеляться. Это архангел Рафаил. А также здесь, знаете, идет речь о том, что архангел Рафаил открывает возможность вам исцелиться от каких-то проблем самой. Если, например, вы чувствуете, что какие-то у вас есть проблемы или в финансах, или в любви, или в здоровье. Вот здесь крепкое здоровье, выздоровление, сильный иммунитет. Вот. И здесь выздоровление в ваших финансах. Архангел Рафаил – это целитель. Он исцеляет. Поэтому то, что вам сейчас нужно исцелить, этот расклад 1000% исцелит. Смотрим дальше. Цветы здесь – это символ высокой энергетики счастья. И у вас счастье будет. Мьюз – это вдохновение. И знаете, может, вы потеряли вдохновение к жизни, вкус. Вот ушел вкус жизни. Именно эта карта восстановит этот вкус жизни, даст вам вдохновение жить, творить, каждый день встать с кровати, одеться, приготовить себе завтрак и посмотреть с надеждой на будущий день. И знать, что будущий день, он будет обязательно хороший, если мы имеем план и идем по этому плану, не сворачиваем с пути, верим в свои силы. Обязательно будет прорыв, да, обязательно. Вот это мощная такая карта, это внутреннее золото. Во-первых, говорит о том, что у вас на столе всегда будет, как говорят, кусок хлеба, да, потому что здесь золото на столе, деньги, монеты золотые. То есть у вас будет что обменять на что-то. Другими словами, будут деньги, ресурсы, профессионализм, чтобы что-то сделать хорошее для других и поменять это на хлеб насущный, на обстановку в доме, на какие-то ресурсы для вашего дела. Здесь прялка и пряжи, нитки, все это говорит о том, что вы будете при делах, как говорят, есть такое выражение, сейчас оно ко мне пришло из пространства. При делах это означает, что вы будете при деле, вам будет интересно жить, потому что есть дело, которое вы будете любить делать. А раз есть дело, значит и есть тяга к жизни, любовь, желание жить. Это очень важно. Очень-очень важно. Итак, возьмем еще одну карту для первого ряда. Вы смотрите на камин, и камин – это ваш внутренний огонь. Это вдохновение, что в предыдущей карте было. И в сезон – это весна. Здесь, когда вы в доме, это все четыре сезона. Все четыре сезона вы будете получать вдохновение к тому, что делать, как жить, как себя продвигать. А еще особенный прорыв у вас будет весной и осенью. Да, вот эти смены сезонов весной и осенью. Высшие силы откроют вам, куда идешь, зачем живешь. Вот это такие вечные вопросы, которые мы задаем высшим силам. Высшие силы откроют вам знания, куда идешь, зачем живешь, что, какие планы, да. Вы победите то, что нужно победить, потому что вы не одни. Помните, что вот эта карта Архангела Рафаила – это самая главная здесь карта. У вас есть ангельская поддержка, а значит, вы не одиноки, а значит, что победа точно будет. А также хранители рода. Не забываем, что это хроники Акаши – это связь с родом. И также тонкий слой земли, где записана ваша история, бывшее и будущее. Здесь я вижу ваш род. Это ангел, во-первых, хранитель, который ближе всего к вам. Это ваша бабушка-прабабушка, и возле нее свеча, и она что-то делает руками. То есть ресурс вы получите, талант от бабушки или прабабушки, ее талант, ее внешность красивая, может быть. А также здесь ваши предки. Какой-то ученый предок с книгами.
кто-то в вашем городу был очень умный и ученый, и вы поэтому тоже с книгой часто бываете. У вас есть много очень талантов и светлый ум. А также военный вот этот говорит, что есть протекция, потому что военный – это дисциплина. У вас есть вот эта внутренняя дисциплина, которая вам необходима, чтобы добиваться успеха. Человек без дисциплины не способен ничего добиться, да, и вам дана эта дисциплина ума, дисциплина тела. Дисциплина тела – это режим дня, дисциплина ума – не слушать все мысли, потому что мысли контролировать нельзя. Из них нужно выбирать те, которые конструктивные, которые вам полезные, а те, которые деструктивные, или же мысли, которые связаны с вашим прошлым, с какими-то обидами, они просто приходят, потому что они в матрице у вас есть, у вас это прошлое. Да? Такие мысли нужно пропускать и не доверять им. Нужно доверять здравому мышлению. Если мысль неправильная, то ей не нужно доверять. Здесь вы будете встречать свою любовь. Это точно будет. Это часы, это в нужное время придет любовь. Страстная, горячая любовь. Откроется сердце у любимого человека, и вы будете очень счастливы в личной жизни. Ну, все на карте написано, да? Итак, спрашиваем дальше касательно вашей судьбы. Как в корне поменяется ваша жизнь? О, да, конечно. Потому что здесь воздушный шар – это противоположность. Корень – это когда что-то очень глубокое навсегда, да? А воздушный шар – это полет, полет вашей жизни, это свобода. И нужна вот эта составляющая. С одной стороны, нужно держаться правильных ценностей, это что в корне, и с другой стороны быть свободным в своем проявлении. Это то, что у вас будет. У вас есть мечта, это ваша инь-янь внутренняя. И вы смотрите вверх на свою мечту, это правильно, кстати. И вы визуализируете, и вы стоите в корне, вы стоите на твердой земле. Это значит, что ваша жизнь будет в корне меняться в том плане, что вы будете обретать внутреннюю свободу. Ой, она так важная, потому что именно настрой, состояние свободы – это состояние ума и сердца, которое вам необходимо. Еще одна вышла карта, которая говорит о дисциплине. Вот здесь война происходит, да, между вами и вашими, ну, ложными желаниями, так скажем. Это, например, там мороженое, какие-то грустные мысли или же алкоголь для кого-то. И здесь говорится, что идет война вот такая, да, но на самом деле на Земле у нас всегда идет война, светлые и темные силы постоянно воюют. Вот, но желания, они иногда бывают ложные. Такие желания, которые нам кажется, что-то сделает нас счастливым, да. Но на самом деле эти желания – это дьявольское проявление, то есть лярвы, подселенцы. Никогда не слушайте никаких подселенцев, всегда логически взвешивайте, а почему этого хочу, что мне это даст. То есть войдите со своим желанием в такой диалог, и вам будет все понятно. Это дисциплина, которая вам нужна, ну всем она нужна. Еще один архангел – это архангел Гавриил. Он приносит новости. Это тот же самый архангел, который пришел к Деве Марии и сказал, что ты будешь прославлена всеми людьми на земле, да? Самая знаменитая женщина. То есть архангел Гавриил – это Габриэл, то есть это вестник. Это вестник, он приносит вам новости о том, что действительно вам нужна дисциплина. Дисциплина ума. Этого часто у нас нету, девочек, потому что мы верим ложным мыслям. Здесь, видите, чай для двоих. И птица, это орел белоголовый, приносит вам весточку, письмо. Будет весточка от любимого. А также весточка, как красивая карта, от хранителей рода, которая сообщит вам, что кто-то вас думает, кто-то хочет встретиться. У вас будет очень серьезная деловая встреча или же романтическая встреча. Эта встреча, она изменит вашу жизнь к лучшему. Потому что вы поймете друг друга, да? Тот человек, о котором вы сейчас думаете, и вы поймете друг друга. И настанет то время, когда и вы, и ваш любимый человек начнете видеть друг друга новыми глазами, глаза любви. Здесь встреча любви или примирение для тех людей, кто в ссоре. Ну, все на карте написано, я просто контактер, я вам рассказываю все. Это вот карта всех святых, да, все святые. Это каждый, кстати, ваши предки, они тоже святые. Ну, здесь Будда как пример просто, да, что сейчас все святые на земле и на небе молятся о том, чтобы вы были счастливы. Смотрите, сколько у вас помощи, разве можно грустить? Грустные мысли, они приумножают печаль, так что не грустите, не плачьте, мои дорогие. Ой, это такая мощная карта. Это карта Новый Завет. Новый Завет, да.
Ну, здесь намек на Библию. Часто в старинных картах намек на Библию, потому что люди раньше знали очень сильно Библию, да, но это ничего общего с этим не имеет. Это просто как пример. И здесь идет речь о том, что сейчас в вашем пространстве есть ангелы, а вы их не видите, не знаете. Иногда ангелы не видны нам, они просто ощущения. Эти ангелы вас поддерживают. Reflection — это отражение. Это отражение реальности, луна — это отражение реальности, луна — это отражение вашего пути, а также луна — прохладный, холодный, голубой свет. Голубой, холодный свет, он говорит о том, что эмоции должны быть спокойные. Не такие, знаете, бурные, а спокойные эмоции. Вам нужны сейчас спокойные эмоции. Вот этот кораблик, перемены, красивая ночь и спокойные эмоции. Все, что вас напрягало раньше, нужно высушить от эмоций, сделать его таким ночным, то есть черно-белым, безэмоциональным. Ну, потому что ничего нет смысла идти туда-назад и там копаться, да. И вот, пожалуйста, архитектурная карта построения нового дома. Это вы, ваш архитектор, или которого вы наняли. Здесь в прямом смысле вы можете строить свое новое жилище, квартиру, дом, ипотеку. Или же вы строите себя по кирпичикам, создаете себя опять. И высшие силы вам в этом помогут. Это индустрия создания вашего дома, вашего нового пространства. У меня есть такая чистка. Кстати, все чистки у меня безоплатные. Я ни за что денег никогда не беру. У меня есть такая мощная чистка, она говорит о том, что строим новый дом по новому адресу, где приятно и можно счастливо жить. Это вот эта именно карта построения этого дома по новому адресу, это построение вашего нового будущего, да. И я хочу сказать, что если у вас, вот вы смотрите свой день рождения, я еще раз вас поздравляю с днем рождения, здесь карта поздравления с днем рождения, и именно в тот момент, когда вы смотрите, я хочу сказать, что я вас поздравляю с днем рождения, если вы смотрите в день рождения или будете пересматривать день рождения. Здесь написано, что этот букет создан для вас, especially for you, на ваш день рождения. Designed, я его создала для вас и его задумала, чтобы он помогал вам и помог вам в исполнении ваших желаний. Я вас люблю, обожаю, знаю, что у вас будет все замечательно, потому что у вас столько советников в картах. Вам просто нужно держаться плана этого, который вот карты вам дали, и вы обязательно будете счастливы. Со своей стороны скажу, что я преданный ваш верный друг. Подписывайтесь на канал, приходите за помощью. Вас очень люблю, желаю вам счастья и будем видеться. Пока-пока, мои дорогие.